Hetman FAT Recovery – программа для восстановления данных карт памяти, жестких дисков, USB-флеш-дисков от компании Hetman Software. Hetman FAT Recovery восстанавливает данные после форматирования, удаления любого логического FAT-раздела. Программа восстановит файлы, утерянные после очистки корзины или удаленные без ее использования. Вернет информацию, утерянную в результате системного сбоя или повреждения носителя информации. Для начала работы кликните на диск, с которого были удалены файлы. Вы можете выбрать не только логический раздел, но и физический носитель информации для поиска файлов. Быстрое сканирование позволяет восстановить данные за считанные секунды. Однако полный анализ находит и восстанавливает всю информацию, какую только возможно. Укажите способ анализа и нажмите «Далее». После окончания сканирования программа построит структуру каталогов диска. Удаленные файлы и папки помечены красным крестиком и размещены на том самом месте, откуда были удалены. Вы можете выделить и просмотреть содержимое удаленного файла перед восстановлением. Для сохранения файлов выделите их и нажмите кнопку «Восстановить». Программа позволяет сохранить файлы на жесткий диск, записать на CD-DVD-носитель, создать виртуальный ICO-образ или выгрузить на удаленный сервер по FTP-протоколу. Не сохраняйте файлы на тот диск, с которого они восстанавливаются. Это может привести к перезаписи информации. Во время сканирования утилита работает только на чтение информации, что защищает важные данные от перезаписи. Для работы с битыми дисками необходимо свести к минимуму количество чтений с диска. Hetman FAT Recovery позволяет создать виртуальный образ носителя, содержащего утерянную информацию, и продолжить безопасное восстановление данных с образа. Программа скрывает всю сложность и кропотливость процесса восстановления данных с помощью пошагового мастера. Это позволяет быстро освоить работу с программой даже неопытному пользователю. Скачайте программу Hetman FAT Recovery с сайта hetmanrecovery.com и верните утерянные файлы прямо сейчас.